Ну что, друзья, погнали наши городские. Опять у нас погодные условия. Просто экстрим. Сейчас футбольный клуб «Ангел», не в черной форме, и футбольный клуб «Олимп». Дождь не просто идет. Дождь льет, как из ведра. У нас новый рэп. Мы тестируем в таких погодных условиях. Тренер футбольного клуба «Пантеры» согласился, несмотря на погоду, отсудить этот поединок. Говорит, я всегда хотел попробовать посудить. И вот его дебют, друзья. Под его судейством будет проходить этот поединок. Ну, отмечу, что он много двигается, друзья. Может быть, он возьмет его бойбоем из судей на пульсе. Посмотрим. Олимпик. С тремя очками в руки. А вот первый гол, друзья. Какая минута у нас? Первая. Вторая минута. Вторая. Минута, по-моему, Боговенко здесь. Боговенко, Игорь, прям Один! Один!
И порыв дождя был, да? Ну да, чуть-чуть прошел, параллельно игра пока остановилась, вышли из раздевалки. Ну, наша несгибаемая Олимпик. Ангел. Возвращается команда параллельной игры. Решили, что посиди, да, уже отыграть и идти. За полужем сидела, похер, блин. Это так, уже погули, сейчас уже так вот дым, вообще не замечает. Наши же все равно не плохо. Просто железный лебедь. Я понял, что никто приносит маску, поэтому должен выдавать. Нет, мы приехали, будем играть, будем бороться. Молодцы. А как Андрей забивает? На седьмой минуте. Он забил лысый, по-моему. Такой у нас не скучный футбол. Ко мне!
На 10-й. Ага. А, на 10-й, да? Угу. Ну да, я тебе не скажу. Подайте, пожалуйста. На место!
Там поединки нас забирает легион. Как я сказал, кончик сидел с ночи. Давай, 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 давай
Давай, 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 давай
совсем. Мы должны совсем прекратить. Ну, все мокрые уже. Горячий, да? Да. Да. Давай, давай, давай. Должен быть, а, я. Легко, Костя, подбирай, а так... Я.
Погнали, Павел! Смешли! Отдай центр! Живой? Да, да. Ближе подходи, пацаной! Проведете воспитательную. Я видел, что это не будет.
Оставили на этой планете, хотя чтобы еще пульсу помог. А что это такое? Это моя. Твоя? Да. Когда? По-моему. Да ты что? Вот это второй участок. Ни хера себе. Кто меня? Он. Он заплачивает? Главное целый мне так выплачивает. А? Главное целый, кто там выплачивает. Не, ну пойди и там. Вот, ну, куатор, да. Ну, все уже, блин, это капец будет там. Новую даже машину надо купить. Там ремонтировать кого-то будет очень дорого. Там свет будет, наверное, да? Ну, повезло, что без стилета, просто админку написали. Если бы у меня были травмы, то можно было. Ну, слава богу, тебе, ну, я делаю с легким испугом. Ну, прям, знаешь, как в боевиках вылетел на трассу. Еще в конце он дал газу, поздно. Там, что у меня основная трасса, а у него так. Я только вижу, это такая вылетающая машина. Да. А он один был? Да. Ну, и он нормально живой там? Да, вылез. Боже, все живы. Да. И так вот едешь, никого не трогаешь. Бам. Ну, ты немножечко. Ты заработаешь на это? Не, есть можно, если, типа, ну, это надо изначально. Но... Да у тебя вот так там... Ты что, оценщик, типа, ценник должен там нормально, да? Нет, там, ну, если понял, если я говорю, давай, типа, я не вызывал скорую, там тебе будет говорить. Ну, вот так-то так. Что? Один здесь тягай! Так, ты не вызывал. Он да-да-да, развернулся и ничего. Ты у него даже права не выбрал. А? У него даже права не выбрал. Чего? Это решение суда. Все забирают, они деньги потом видят. Не забирали. Сказал, у меня гири. Ну, поэтому, наверное, не забирал. Извиняюсь, ребят, мы отвлекаемся. 3-1 у нас поединок. 40 минут уже сыграно. Еще 30. Еще 30. На свою!
Страшно в привет летит наш. Деревья, ты понял. Подушку выстрелили? Да, да. Это пассажирская стрельба. А если не выстрелили? Я пускал, чтобы сильно. Думаю, что и мне на ремне. А если без ремня? Без ремня там. И все нос. Да куда проваливаться? К нему, серый, да. Можно центр? А, есть. Хорошо. Надо. Стоим, ниже падает. Ниже! Надо, уже ниже. Назад! Иго, блядь! Вперед,
Спина! Ну что, они там вдвоем, блядь! Все, пошли разрывы по усталости. Никого нет.
46-я есть? Последняя, да. 52-я. Белая шапочка? Mm-hmm. Да, по-моему, да. Давай.
не мертвый, зайди в этот. Зашел все вовсе. Вовнутрь. Браво, 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 браво
минута. Последнюю надо помнить. Какого? 57-я или 61-я? Самая последняя. 61-я. А что, еще что-то забивали? 57-я, 61-я, 55-я. Какая-то. Ты жестоко говоришь. 55-я была? Ну, 57-я и 61-я еще была. А кто забил? Ангел Иванович. 57-я и какая? 61-я. А какой счет? 8-2. 7-2. Все вторая у тебя есть гол? Да. Да, 46-я есть? Да. 6-я, 10-я. Да. 28-й. По 52-й какой? 29-й. По 52-й какие были? Там первая минута Олимпик есть? Да. Два мяча Олимпика есть? Да. После 55-й. Сколько голов? 2. Ну так аж тогда 7 получается. Ну считай. А что я уехал? Ну! Нет. Ты скинул? Надо убрать, блядь! Его! Здорово, Эдди! Блядь, сказали ж, блядь, вот, сижу, блядь! Центр! Центр 2!
Вот, сука.